Сейчас наша цель доехать до Макнии и дальше, ниже, до поселка Осипенко. Ох уж это движение. Думаю, сейчас надо в магазинчик заехать, кофейка горячего взять, выпить. Потому что ехать еще далеко, а то, что пить охота, да еще и холодно. Надо греться чем-нибудь. Троица стоит себе, пивко попивает. Так, это у нас улица Островского вроде как. Я не ошибаюсь, да, улица Островского.
можно американо. Да. Две, наверное. Давайте. Спасибо. Крышечка на кровать? Нет. Я тут быстренько выпью, да. Так, выпил кофе. Вот, это я уже на улице Свердлова. Улица Московская, Свердлова. Сейчас так внизу поедем. Движение как в Москве. Сейчас выйдем на улицу Свердлова, дальше Лихачева, через Макнии и доедем до нужного места. Тут даже можно немножко срезать. Сегодня я, конечно, по центральной части Матиевки много проехал. И это еще не все. Сейчас пока до Осипенко доеду. Это тоже не близко. Улица Лихачева, Макнии проезжаю. Центральная часть Матеевки остается по левую сторону от меня. Сейчас тут такой спуск будет крутой. Я когда в том году здесь проезжал, забрел те края, которые сейчас еду, хотя мне по сути надо было всего лишь заехать в поселок Макнии, там меня поперло по Лихачёво вниз, там какие-то, в общем, доехал я до кладбища, до ЖД переезда. Так, котяра, давай проходи уже, хорошо, что не черный. Я бы тебя не пропустил. Вот он, вот он. Этот жестяк.
в обратку, конечно, будет подниматься весело. Потому что только по этой дороге я буду обратно идти. Ну, скорее всего, идти. Заехать у меня не получится. Можно и по другой, но это большой круг давать. Какой же дубак, а? Если у меня язык будет заплетаться, то не обращайте внимания, потому что у меня лицо околело. Ну да, вот я тогда и попёрся по этой дороге. Хотя мне, по сути, не надо было сюда вообще спускаться, потому что махни, вот там уже вот выше идет. Потом пришлось возвращаться. Вот кладбище. Редко встретишь хороший забор вокруг кладбища. Особенно по Матеевке. Но тут, как видите, видимо, его недавно установили. Относительно недавно. Так, в общем, нам надо улица Проектная, дом 2Б. Это дом, который меня просили показать. Ну и проедемся по маршруту. По прямой, по Проектной. Доедем до улицы Ягодной. И опять свернем в сторону Лихачева. И уже вот так снизу будем ехать в обратную сторону. А быть может, я немножко и покатаюсь по самому поселку. Потому что давным-давно кто-то меня просил показать этот поселок. Я сегодня как сюда доехать не мог. Ну, вот как бы, наверное, раз я здесь, и время у нас, в принципе, 12:30, поснимаем и по этот поселочек. Сделаем отдельным видео. Так и будет. Так, это у нас ЖД переезд. И там дальше второй. Вот за вторым у нас будет поворот направо. И выход на улицу Проектная. Там уже будем искать дом 2Б. Где-то должен быть по краю. Он меня по голове не ударит. Деревянный шлагбаум.